խոսքը տալ մեր Արսեն Ապինյանին, այսօր մենք չգնացինք ցուցահանդես, Արսենը մեզ սպասում էր ցուցահանդեսում, իմիջիայլոց այսօր եղանք մեր Լորիս Մելիքի անվան դպրոցում, մեր Տերմիտակ Պյատրովսկին շատ ջերմով են ընդունեց պատվիրակությունը։ Արսեն ջան, դու որոշնալուս կամ Могучий. Да, продолжил бы тему связанную с разговором, которая предлагает насчет искусства и объединения армян под флагами искусства. В Петербурге, в принципе, ситуация замечательная, армянские художники выставляются постоянно, ездят в Москву и в ближайшие города, но глобальная интеграция нашего искусства, например, на Запад, нет. Это для нас сложность, потому что мы пока еще не нашли те контакты, может быть, через вас. В Америке, чтобы создавать легенды о армянских художниках, потому что действительно надо создать легенду, в первую очередь, как о Сарьяне и о других великих мастерах. Но у нас еще есть такая площадка, Марина Борисовна Держханян, Марина, директор манежа и музея истории Санкт-Петербурга, МИСПА. И там есть, наверное, самая большая коллекция старых и новых армянских художников и скульпторов в СНГ, самая крупная. Вот. Но сложность заключается в том, что нет постоянных экспозиций. Есть лежат работы в хранилище, мы их очень часто выставляем на общее обозрение, то есть, соответственно, показываем гостям и жителям Санкт-Петербурга то, что есть такая длинная линия, которая начиналась с Лазарем, именно армянских творцов. Вот. В данном случае у нас город отдал землю под новый музей, в котором по плану будет постоянная экспозиция армянских художников. Сейчас я подойду, покажу вам ее. Кстати, Арсен, между прочим, сейчас вам мне подсказывает, что сейчас летят вот... Сколько художников? Всего 8. Все преподаватели. 8 художников летят русских в Армению, будут писать в Армении. Вот он очень большой, очень состояние разрушено. Город дал землю, плюс какой-то из бюджета сумма будет выделяться на создание нового музея. Нам нужна максимальная огласка о том, что будет музей с большой коллекцией армянских художников, и, соответственно, мы будем максимально делать пиар армянских. И самое главное, что это будет постоянная экспозиция. Постоянная экспозиция. Люди, вся туристическая масса будет проходить через музей и смотреть. В центре города, Балтийский вокзал, это центр. Балтийский вокзал, Лермонтовский и Балтийский. Огромный музей. Музей? Вот. Я должен сказать, господин Синанян, что Арсен – сын одного из самых выдающихся армянских художников в Петербурге. Он, к сожалению, месяц назад умер отец. И мы его выставку сегодня должны были посетить в Музее современного искусства. Вот. Арсен Джан, дай. Да, ну не только Арсен, но и многие другие мастера великие. Здесь там Лазарь, Шакуни. Ну, я буду долго перечислять, а все времена. Да, вот нам нужна максимальная огласка, потому что мы это делаем в Петербурге. Кстати, завтра открывают бюст Лазарева в Блах. Он сделал Блах. Да. Вот это рядом с Петой, который тоже он. Рядом с Петой, который тоже сделал Лазарева. То есть вот сложность в том, что да, как, вот армяне настолько молодые, я скажу, армяне настолько не знают свои и корни, исторические, и тем более художников. Вот. Можно, конечно, поучиться у израильтян, потому что они очень грамотно все делают, долгосрочные проекты. Мы готовы, мы это делаем. Нам нужно просто опаска и, соответственно, максимальная поддержка общественности во всех главах мира. Арсен Джан, ты что-то еще хотел? Нет, все. У нас есть вам презент потом. Можно сейчас, да. Давайте, хорошо. У вас не достались физически, за это я работал. Пока Арсен несет подарок, я тоже искал, что подарить. Маленькое, господин Семенов, чтобы вы могли с собой, сейчас, Арсен, чтобы вы могли с собой взять. И поскольку я, кроме того, что армянский патриот, еще и русский, дарю вам русскую икону, чтобы она в дороге вас сопровождала и хранила. Она легкая и очень красивая. Это наши общины и от музея до всех армян. Это отцовская графика. Это классика. Это один из армянских классиков. Но это как-то надо донести. В дороге не знаю, как это будет. Я на самом деле заворачиваю. Да, потом сделаем. Да. Она заворачивается? Да, все. Да, да. Все. 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 Спасибо. Вам спасибо. Несколько слов о музее, но это, конечно,
гениальная идея, я надеюсь, что у вас удастся, а то, что вы просите, это огласка максимальная. Пожалуйста, да, легче, легкую. Там сейчас в данный момент вот в Лос-Анджелесе, в городе Глендейле, строится, ну, наверное, первый армянский музей. То есть он музей истории армян в Калифорнии, но нет, музей истории армян в Америке. Серьезный был музей там, вот там в Бостоне был такой очень малюсенький такой музей, но это не то. Они строят что-то вроде этого, хотя это конкретно культурный музей, то есть искусственный музей искусства, а это будет и политическим, и музеем искусства. Вот они тоже то же самое просят. И вот будет интересно, если параллельно вы будете двигаться. Интеграция, если вы с ними познакомитесь, они с вами, огласка будет. Россию, и на Штаты, и в Армении, то есть все, думаю, очень классно получится. И может быть, я готов вас познакомить. Кстати, музей этот будет находиться в самом центре Глендейла, самый хороший кусок земли, который город отдал за $1 в год на следующие 100 лет. Ну, я очень горжусь, что мэром был я, то есть я дал. А вот почему за $1. В общем, это супер.